прокурор прочитал, что новым по не помогал, а требовали гарантии, что Савва хотел моих гарантий. Вот меня тянули любыми способами, чтобы только меня обдурить, чтобы я приехал на эту встречу. Что деньги 20 тысяч не отдадутся никогда Луцкому до тех пор, пока я не приеду. Ну хорошо, должен он Луцкому деньги, я приехал, и что? А этого не было? Это что-то просто одно дурило, вот посмотрим.